Смотрите, какие мы счастливчики. После спорта сразу басик, это супер. Ладно, вру, мы на самом деле уже 3 часа, наверное, загорали просто, потому что у нас почему-то достаточно не так уж и жарко, и поэтому не хочется сразу идти в бассейн, охлаждаться. Это кайф, но не знаю, обычно так раньше не было. Интересно, это как-то связано с тем, что вчера был дикий холод, и все еще циклон как бы гуляет где-то рядом, либо так всегда теперь будет. Но мне, в принципе, это очень даже нравится, потому что загорать можно часами, и вообще нормально. План на сегодня такой. Сейчас мы купаемся, потом часов в 12 идем завтракаем вкусненько, потом едем, наверное, по магазинам, что-нибудь такое, нам надо кое-что купить, потом мы приезжаем сюда, готовимся к фотошутингу, фоткаемся для рекламы, там нужно кое-что отснять. И после, наверное, пойдем купаться, плавать, а потом, наверное, гулять по городу, нахаживать шаги. Несмотря на то, что спорта вечером не будет, мы будем много активничать все равно. И она росла бонни, начали. Если ты не знал, то мы просто что-то ловим, вайп, делим пополам, растут. Итак, мой брат спит, сейчас 12 часов, мы вернулись с моря. Хотела бы провести тест на то, как он спит. Включила его песню, чтобы мне права не заблокировали, потому что она классная, скачивайте у бара, новая. И будем сейчас повышать громкость, смотреть, когда он проснется. Итак. Зачем тебе так много денег? Рядом никого, вокруг лишь стены. Это все игра, я буду твой тренер. Магазин мы не поедем, поедем завтра, так как, скорее всего, родители сейчас намутят тачку, и мы будем на тачке передвигаться, а не на такси, чтобы было мазашевле, так называемый. Что хочу сказать? Сейчас все равно окрашусь, прихорашиваюсь, пойдем делать контент. Хочу выпрямить волосы, потому что мне не очень. I did it. Короче, у меня волосы настолько выросли, что такое ощущение, что они заканчиваются не здесь, если так назад заправляешь, а типа они еще продолжаются. Мне очень нравится. Соскучилась по себе длинноволосой. Надо отращивать. Братишка мой встал, кушает. Мне захотелось Coca-Cola Zero. Мне кажется, я больше никогда теперь не променяю Coca-Cola Zero на обычную. Не знаю, калории или странный сахарозаменитель, который непонятно как влияет на организм. Наверное, все-таки сахарозаменитель. Кружка, которую я покупала 1000 лет назад. Конечно же, немножечко лимончик. Для нас каждый прием пищи или там водички, чего-нибудь такого, это ритуал, мои хорошие. Поэтому мы никогда не пьем просто так. Мы нарезаем лимон. Сейчас Жак-Люс буду варить. И лед. Раз, два. Напиток готов к употреблению. Да. Реально такого. Бомба. Порой мне наливают Coca-Cola Zero, я думаю, блин, вообще нет разницы с обычной. Даже менее как-то сладко. И это хорошо на самом деле. После вкуса уже не остается, хотя поначалу, да, оставалось. Что-то вот такое странное на языке. Организм, видимо, привык. Готовим локацию к фотосессии. Здесь вот такой вот белый угол у нас будет. Сейчас под музычку, под Кока-Колу будем фоктаться. Как? Вы все сняли, можете меня поздравить, мои хорошие. Итак, у меня желто-оранжевая лента на данный момент, поэтому я могу пойти в этом костюмчике гулять. Не запарись, сейчас жарко. Запарюсь. Еще. У меня есть красное платье или у меня есть желтый костюм? Желтый класс. Но мне кажется, что платье наименее это жаркое из всего на данный период. Нет, а ты про нет, это? Я про желтый костюм, там шорты. Я думаю, что тогда лучше желтое сейчас. Отель у нас есть один рядом прекрасный, называется Sunset. Он очень большой, чем-то напоминает мне дубайские отели. И вот здесь вот нашли красивое местечко с колоннами. С таким вот деревом. Делаем фотокарточки.
Знаете, каково это ездить в путешествия морские с девушкой, у которой такой пресс? Очень тяжело, когда ты не имеешь такой пресс. Еле вот сдерживаюсь от слез. Что ты скажешь свое оправдание? Скажу, что можно Юлю вызвать, будем вместе страдать. Юля худее нас гораздо. И мой пресс уже не котируется, когда ее рядом если поставить. Ребят, как вы относитесь к тем, кто приходит на пляж и включает свою музыку? Я к себе отношусь прекрасно, но, возможно, если кто-то включил песню, которая мне не нравится, слушал бы какой-нибудь рок, конечно, было бы жестко. Если что, мне не всегда Мияги играет, редко, точнее, даже я бы сказала. Я включаю какие-то такие пляжные, чаще всего, песни. Очень странно, что здесь нет музыки в целом, я бы не включала свою. Она просит басику, то есть на море почему-то я не могу включать музыку. Мне кажется, что людям я там мешаю очень сильно. Там как будто бы все благоволит тому, чтобы человек расслаблялся и медитировал. А бассейн у меня ассоциируется с тусовками. Тут очень дети сильно кричат, и это наоборот даже как-то заглушает детский крик. Стараемся включать музыку, если там рядом особо людей нет. Не знаю, надеюсь, люди меня не ненавидят. Наоборот, только любят, потому что я заряжаю их на хорошее настроение. Мы уже вернулись и сидим сейчас, вот загораем, но я уже оделась снова, потому что нужно сделать еще одну рекламу. Мы только что сняли второй трек, мои хорошие, получилось очень красиво. Такое мороженое еще вкусное, но это не рекламный проект, мороженое. Красивая локация, подобран аутфит. Красиво, я считаю, тоже. Я сама, кстати, его подобрала. А, у меня... Не могу не поспорить с твоими успехами. Как ты считаешь, мой стиль изменился в лучшую сторону после того, как я начала с тобой работать регулярно? Я думаю, да, но ты и так хорошо одевалась в целом. Просто немножко по-другому, именно другой стиль был. Но одевалась ты хорошо. Ай, как говорится, это уже заезженное, наверное, абсолютно выражение, но... Мы на расслабоне, на чиле. У меня, кстати, очень классный купальник. Это юбочка, под ним еще есть, получается, ну, низ, соответственно. На самом деле это очень удобно. Я раньше просто не фоткалась в купальниках, абсолютно ни в каких. Если какой-нибудь купальник классный подобрать, а, к счастью, стали делать реально разнообразными, всякими красивыми, закрытыми, что есть из чего выбрать, и я стала запариваться и также покупать классные купальники себе перед вот... путешествия, в которых я могу непосредственно фотку сделать. Здесь получается топик, поверьте мне, и юбочка. Очень нравится, что все так закрытенько, но при этом это купальник. А почему не выкладываю фотки в купальник? Ну, потому что я не оголяю свое тело на показ в таком, знаете, слишком большом количестве. То есть, да, где-то животик показать нормально, там, ну, понятное дело, там, руки, могу мини-юбку надеть, если надо. Но так, чтобы прям вот как белье, как будто бы такого у меня нет. И я не хочу, и никогда не хотела. И тело, можно так даже сказать, не позволяет, разве что фотошопить. Просто не хочу. Это не то, что должно хотеться мне. Но вот в таких скромных вариациях это очень даже эстетично и приятно. Что скажешь? На расслабоне, на чили, пивко, что-то делаем. Это сидр. Сегодня, как вы поняли, мы не пошли в магазин, потому что машина у нас будет только завтра, поэтому сегодня мы просто много гуляем. Работаем, фоткаемся. Да. На закате получаются невероятные фотографии. Свет падает офигенно. Я просто рада, что я прокачалась в этом вопросе настолько, что очень сильно кайфую от этого процесса, и в целом нравится результат, и вам нравится результат. А еще хотела с вами поговорить на тему того, что я реально неожиданно для себя за период свадьбы стала известнее раза в 2, если не в 3, может быть, даже больше, но я сейчас хочу сказать именно о том, сколько у меня прибавилось актива. В 2 раза больше просмотров сторис стабильно, иногда в 3. И также охваты по постам. Я вообще даже и, знаете, представить в мечтах не могла, что я стану когда-то более известной. Помните, я как-то вам рассказывала во влоге о зеркале заднего вида? Во влоге с дачи это было, когда мы сидели на карантине. Я сказала, что зеркало заднего вида, такая есть фразочка, оно мешает нам идти вперед, развиваться и верить в мечты, там, в цели какие-то. Потому что ты как будто бы смотришь, ну, в зеркало заднего вида машины и оборачиваешься, видишь себя из прошлого, ну, на себя в целом смотришь, и тебе кажется, что, основываясь на тех фактах, что были с тобой в прошлом, ты как будто не веришь, что ты можешь измениться,
И я так никогда не верила. Думала, блин, всегда у меня будет одинаково. Всегда вот просто вот стабильно. А сейчас получается так реально, что мои мечты сбылись. Теперь это главное сохранить, удивлять каждого подсвечника, радовать его, вдохновлять, чтобы они не ушли и только умножались, увеличивались с каждым годом. Счастье. Плюс 200 тысяч в Инстаграм уже, по-моему, плюс 300 тысяч в ТикТок за, вот, получается, полтора месяца. Увеличение охватов. Я раньше просто думала, блин, а прикинь, у меня будет там 400 тысяч просмотров в сторис, это же вообще будет бомба. Но всегда говорила, да не, никогда такого не будет, или будет, типа, лет через 10. Прошло чуть-чуть, и вот я здесь. Здравствуйте. Я лежу, жду, пока Катя тоже свою рекламу сфоткает. Ай, раскладочку какую-то делает. Пусть делает. Beautiful. Golden hour is very good. Все, кто когда-нибудь будет ездить на море, отдыхать, неважно куда, да даже просто в своем родном городе, обязательно ловите golden hour. Это час перед закатом, самое мягкое, красивое солнце, и обязательно занижайте экспозицию при том, как вы фотографируете. Очень красиво получается. Мы уже вернулись домой, смотрите, какая у нас миска салата. Здесь всякие разные овощи, моцарелла, и сейчас будет еще тунец. Кайф, да? Заправлять чем будем? Конечно же, бальзамическим уксусом и оливковым маслом. Ну, балдеж. Одной пачки хватит? Да. Ну, кстати, не знаю. Ну, такой большой салат. Обычно я съедаю одну пачку за раз. Там всего-то. Согласна. Целая гора тунца. А может быть, заправишь сначала, а потом будешь решать? Я думала об этом, да. Выглядит как вино. Хотела бы я. Красота, мои хорошие. Чувствую здоровье в каждой ложке, в вилке. Можно выключить кондёр. Я попыталась, но у меня пульт не сработал. Хочешь, сделай еще попытку? Принеси, пожалуйста, лимончик. Очень надо, лимон. Да. Если что, это приказы не как ассистента. Просто дружеские просьбы. Смотрите, какой закат красивый. Точнее, не закат, а то, как он отражается в здании. Вот так вот мы кушаем. Салатик. Здесь моцарелла, тунец. Овощи и зелень. Очень вкусно. Я расколот, я ничего не вижу. Сам себя я ненавижу. Кровь, я кусаю губы. И все, что мне сегодня надо, мы с тобой рядом. От заката до восхода, ждать тебя надеюсь вновь. Мы сидим и кайфуем. Очень хорошо с музыкой сидеть здесь. Ходить не хочу. Остановимся сегодня на 6000 шагах, потому что очень много дел. Нужно две рекламы, которые я сфоткала сегодня, обработать. Все, что мы сегодня сфоткали, даже вне рекламы, обработать. Чемодан в идеале разобрать. Влог отсмотреть первый, который мне прислала Люба. И всякие такие вот мелочи, которые заставляют меня сидеть здесь. А также мое желание просто, если честно, почилить. Ходить хорошо, но когда есть дела, просто не надо во все тяжкие, как я обычно. Я так считаю. Согласна? Угу. Ага, мы сегодня сидим здесь. У меня 7200 шагов. Как? Мы же одинаково ходили. Все, сейчас иду ходить. Подожди, а как? Я сейчас за шоколадкой с коньяки. Когда ты там лежала на лежаке, я ходила, помнишь, сначала за одним купальником, потом за вторым купальником, еще третий раз я сходила. А ты только за чофь ходила один раз, поэтому, наверное, в этом разница. Да. Не люблю проигрывать. Не соревнуемся. Точно. Мой мозг РППшный думает, что мы соревнуемся. Нет, нет, неправда. Это неправда. Это две мои любимые песни, которые старые очень, но я в них так влюбилась, как будто бы это новые песни. Меладзе «Иностранец» и Губин «Ночь». Просто бомба. Это, знаете, из разряда песен, когда ты их не слышал ранее. То есть я знаю очень много песен Меладзе. Я знаю «Такие девочки, как звезды». Тоже Губина песня, по-моему, да? Очень давно. А вот эти две я услышала совсем недавно и просто как влюбилась. На самом деле... Вот реально, повезло всем нам, СНГшным. У нас есть такие артисты потрясающие. И вся вот эта вот музыка мне так нравится, что мы можем из всех миров брать лучшее из наших. Потому что, вот, например, чаще всего так происходит, что хочется на тусовках слушать, на вечеринках. Например, на свадьбе Юлиной. У нас был кавер-бенд, потом диджей. И когда играла наша музыка, было еще даже, я бы сказала, лучше, чем американская. Хотя американскую я тоже очень сильно люблю. Но именно вот на тусовках вот это вот покричать. Ты расставила, разделила небеса.
морем пополам. Это прям бомба. Очень нравится вайб. Я поэтому даже думаю сделать, может, все-таки день рождения. Мне 25 8 сентября исполняется. Потому что на Юлиной свадьбе было так хорошо. У меня, к сожалению, на свадьбе мы потанцевали в основном только под армянские песни. Что касается русских, их не было практически. Только 25 минут в конце. И мне не хватило совсем. Продлить уже было, к сожалению, нельзя, потому что следующая свадьба была. В общем, мы закончили в час. Из-за этого не смогли продлить дальше. На Юлиной свадьбе мы закончили, получается, в 11, но так как вся свадьба была с такими песнями, мы весь вечер практически танцевали, и нам даже не хватило. Мы хотели бы еще, но пришлось заканчивать тоже там по каким-то причинам. Ну, кайфанули мы знатно, конечно. Диджей был просто потрясающий в Юлиной свадьбе. Я обожаю, когда песни сменяются, знаете, вот типа 30, 40, 50 максимум секунд, ну хорошо, минута, и дальше пошла, дальше пошла. То есть припев, куплет, и потом идет следующий трек, и когда еще сведение крутое, это все так круто и классно. Не знаю, прям вообще. Я не люблю, когда диджеи включают вот это, кто диджей, может быть, на заметку вам. Ну, конечно, не все такие, как я, но реально круто, очень круто, когда ты на тусовке можешь послушать больше песен, кайфануть еще как будто больше. И поэтому круто, когда, ну, полторы минуты — это край, чтобы послушать песню, но не успеть от нее устать, и сразу следующее. Короче, таких диджеев я обожаю, когда диджеи включают по 2-2.5-3 минуты треки. Мне это не нравится. У нас, я не помню, как на свадьбе был, у нас был обычный диджей, он был просто в комплекте к ведущему, то есть это был его диджей, и мы его оставили. Он был хороший, обычный, просто у меня не было от него такого восторга, как от того, что было на свадьбе у Юли. Я его приметила, так что если я вдруг буду делать какие-то праздники в будущем, я бы его с удовольствием позвала. Если не день рождения, то у меня еще есть один вариантик, это baby shower, когда он будет. Я не знаю просто, куда слить миллион. У нас блогерский день рождения дешевле не делаются вообще праздники, поэтому это единственное, почему я не хочу делать день рождения. Ну, тяжело сейчас на это будет выделить такую денежку, тем более мы еще от свадьбы не отправились. Вот, а так в целом, конечно, хотелось бы дотанцевать, так скажем, за две свадьбы. Мне на моей свадьбе не хватило, на Юлиной не хватило. Тут, может, хотя бы натанцуюсь. В клубы я не хожу, но танцевать очень люблю под такие треки. Поэтому с удовольствием хожу на блогерские дни рождения, на свои какие-то праздники с удовольствием бы ходила, если бы они были. Но я их не устраиваю. Кстати, я не делала никогда блогерские дыры, а это сейчас очень модно. Костюмированные, классные, такие дорого-богато, так называемые. Но мне, опять же, всегда было жалко денег. Считайте, каждый блогер тратит там от миллиона до двух, условно, на день рождения. Я сэкономила на всех своих нюхах и сделала себе свадьбу просто шикарную. Ну, не сама, понятное дело. Сделали, окей. Ну, конечно, не все тратят такие большие деньги. Я про те большие дни рождения. 100 человек с офигенными украшениями, идеями, алкоголем, едой и так далее. Можно как-то исхитриться и сделать 1500. Если у меня получится, я, может, и сделаю. Потому что это, в принципе, еще по-божески. Хотя тоже тяжеловато. Реально, свадьба просто... Не то чтобы прям очень плохо теперь все. Нет, не так. Просто ты понимаешь, что ты как бы все кайфанул, а остальное, пожалуйста, в ремонт давай, тебе еще жить там, хватит уже за арендованную квартиру платить. Уже устали мы, просто такая большая сумма каждый месяц в никуда. Ладно, девчонки, я же забыла слушать песню. Хорошие, я с вами прощаюсь, у меня уже вечер, здесь не хватает зарядки, чтобы продолжить, да и, в принципе, много поболтали, показали, так что спасибо вам за то, что вы были сегодня со мной, с нами, не знаю, в этом дне. Очень вас люблю и ценю, тост за вас, увидимся с вами совсем скоро. Всем доброе утро, я сегодня встала где-то 8:15, сейчас почти 9, и я спускаюсь на йогу. Прикиньте, на самом деле йогу, не понимаю, не признаю, но подумала, что может быть надо попробовать. Может быть это прикольно, не знаю, сейчас будем ёжить сюда пораньше, а потом, как всегда, пляж. И магазин, ура, будет крупная закупка, хочу купить себе классных кружек, может быть еще чего-нибудь такого прекрасного, резинки для спорта тоже купим. Погода здесь с утра очень комфортная для занятий спортом, не знаю, прям вообще бомба. Сейчас уже 9, а не чувствуется такая прям жара, даже ветерок еще холодный. Наш сегодняшний спот на йогу такой, в принципе, здесь же мы делали тренировочку. Итак, it's yoga time. Если вы достигли почти полной складки, стремитесь прижиматься к своим бедрам последовательно. Не, я так не могу. Ноги выпрямлены и напряжены. Ягодицы собраны. Копчик направлен слегка. Давай живот подтянут. Плечи отведены от ушей. Грудная клетка раскрыта и расположена параллельно полу. Спортсменка года по версии телеканала Баркария ТВ 2021. Карина Каспарянс. Я пойду варить кофе.
очень классно позанимались. Ну, не знаю, йога, наверное, имеет смысл в целом. Потому что в какой-то момент ты напрягаешься очень сильно, и когда ты расслабляешься, позволяешь там вытянуться, потянуться, тебе такой кайф. Как самомассаж получается такой большой. Вот что я принесла. Кофе я сварила и решила, что мы их будем пить из таких прекрасных стаканов. Я их купила здесь. Пикнула Белиберство много лет назад, но до сих пор они мне служат верой и правдой. Смотри, что я тебе еще принесла из Москвы. Что захочешь. Вонючие конфеты. Смотрите, какая красота и какая красивая кружка. Итак, ними сил. Сами знаете, почему, девочки. Такой вкусный. Еще пачку. Вкусно было. Короче, лежим, сейчас пойдем купаться. Бомба, честно говоря. Сейчас буду тоже прыгать. Танцует по твоему музыку. Нравится. Сегодня на завтрак я планирую съесть такую вот миску творога с персиком и малиной. Давно не ела творог. Не знаю, увидела в магазине, подумала, надо кушать творог. С персиком очень вкусно, потому что персик сладкий. Бомба. Вместе смотрим влог, проверяем его на монтаж. Вроде пока все хорошо, даже никаких правок нет. Наконец-то моя мечта сбылась, мы сейчас поедем все-таки на закупки. Мало закупалась себе она опять на закупки. Кружки крутые. Мало тебе для мечты надо, боже мой, закупиться. Денежки потратить ваши. Ура, шопинг! Скажем, мы сказать правильно. Это приехали красота. Красота только. Торговый центр. Пойдем в Зару, в Икею, в спортивный магазин. Ты такая красивая. Сарафан тебе это очень любит. Ребята, на самом деле очень рада тому, как у нас все в России происходит с симками. Просто без лимит или просто много гигабайт дают. А здесь как-то все странно. Но вроде тоже неплохо. Не так, как было в первый год, когда мы покупали по 2 гигабайта симку. Сейчас хотя бы по 50 можно купить уже, хорошо. Короче, с этим разобрались, потратили на это минут 20, наверное. И сейчас ищем спортивный магазин для того, чтобы купить коврики, резинки и, возможно, даже гантели. Очки купили для того, чтобы хорошо и много плавать. Коврик тоже взяли, такой серенький. Кайф. Немного информации. Мы живем в городе, который называется Поморье. Прилетаем обычно в аэропорт Бургаса, и маленький городок Поморье находится около большого города Бургас, в котором, в принципе, вся цивилизация. Метро, Зара, H&M, Lidl, я не знаю. Ну, короче, все есть. Большие 2-3 торговых центра есть. Вот это вообще бомбовый. Тут очень приятно быть, здесь есть все, можно найти. Кстати, резинок нормальных мы не нашли, представляете, мы нашли только странные такие длинные. С ними тоже можно работать, но это немножечко будет непривычно, потому что обычно в Москве всегда работаем с такими маленькими. Зашли сейчас в Starbucks, купили себе напиточки, также зашли в аптеку, купили обезбол. Он услышал, что я Дарина. Ну ладно, сегодня я буду Дариной. Карина, а это что? Это кофе американо холодный. Батюшки мои, что это такое? Вы добьетесь? Держи, я попробую. Я люблю, можно сахара добавить, но он холодный, не растает. Прикиньте, поставили маршрут в метро, а он нас привел к метро, к вокзалу какому-то. Поэтому мы сейчас едем в другое место. Потому что так получилось, такое бывает. Если честно, меня немного тошнит, потому что мы ездим, я сзади не люблю. Меня. Но это ничего. Путь был очень сложный. Мы сначала приехали не туда, а потом пропустили съезд, когда приехали туда. И спустя 40 минут мы здесь, хотя, мне кажется, весь город можно было так объехать за минут 40. Сейчас думаем, что по посуде взять. Вот у вас симпатичные какие-нибудь. Ну, это странно, возможно, из этого неудобно. Есть, но это больше как для закусок. Это все мое. Абсолютно все. Чикен карри масло. Амакасо. Хватит нам? Нет. А так? Уже ближе. Все, уже не помещается. Это сколько? 4, 5, 6. Да, 16, 17. 17. Если это 4-5 человек. 17 делить на 5. Где-то по 3 пачки каждому. Нормально. 688 лир. Больше 20 тысяч.
Что мы взяли? Посуду. Посуда, кастрюли. И вафли. Ладно, ничего, зато нам будет хорошо все это кушать. Да, осталось только купить все, типа хлеб, лосось, авокадо. Да, прикиньте, в метро не было хорошего хлеба, авокадо, лосося, и поэтому мы сейчас еще в Лидл пойдем. И там еще денежек потратим. А потом мы еще пойдем на рынок, потому что в таких магазинах покупать овощи странно. Надо болгарский... Мам, не врежься в машину. Надо покупать на рынке огурцы, помидоры, перчик, понимаете? Пока есть огурцы, помидоры, перчик. Теперь только этот... Хлебушка купим, и все, и на море. Машина, на которой мы передвигаемся. Короче, за 6-8 лет здесь у родителей появились уже друзья, соседи, три семьи. Одни из них армяне, живут совсем рядышком на одном с нами этаже. Он купил себе, Нахапет его зовут, машину сюда. И поэтому, когда мы сюда приезжаем, они любезно нам ее дают. Вот уже второй год. Получается, они как знакомые, и второй год мы ей пользуемся при необходимости. Это реально очень круто, им большой респект. Они, кстати, были у нас на свадьбе. Очень хорошая семья. Итак, мы поели. Хотела вам показать, какую я купила посуду. Мы взяли два комплекта красивого. Смотрите. Остальное взяли обычные, белые, дешевые, чтобы не потратить целое состояние. Все это надо что сделать? Конечно же, помыть. Предварительно снять наклейки. Скукотища. Поэтому так много их было, в принципе, потрачено. Если бы это были просто продукты, было бы поменьше, конечно. Эй, давай. Кстати, очень обидно, что мы сегодня не попали, получается, на море второй раз. Ну ничего, мы не часто будем в магазины ехать. Я надеюсь. Просто первые дни всегда они такие закупочные. Wi-Fi, роутер наконец-то разобрались. Правда, здесь 100 гигов всего на месяц. А здесь в Болгарии какая-то другая система израсходования гигабайт. У нас здесь вот так вот по гигабайту в день уходит, если даже не больше. 2-2,5. У меня вообще так... По 15 гигабайт. Меня слышали, мой хороший, я загружаю все материалы с влога, которые я снимаю, да, на Google диск для монтажа. Каждый день снимаю на 10-15 гигабайт. И у меня столько же уходит интернет-трафика, сколько гигабайт я наснимала, чтобы все это загрузить. И с одной стороны, конечно, да, ничего страшного. Ради контента можно пойти на все, но знаете, как обидно, что ты вот так должен вынужден за монтаж, за вот это. Ну, как бы за монтаж я еще вижу смысл, чтобы так сгрузить, как бы вообще грусть. А еще мы купили сегодня вот такое. У меня розовые очки, а я не могу плавать по этим. Хотя что-то могу. Еще не поздно. К сарафану подходит. Смотрите, как красиво убрались. И наклейки сняли. Да, кайф. На самом деле, такое приятное внутри чувство, когда ты что-то новое покупаешь, сразу хочется избавляться от чего-то старого. Хочется вот эти стаканы выкинуть, не нравится. Ну ладно, не будем. Все, добро в дом. Короче, мы уже здесь третий или четвертый день. Я спотыкаюсь от пивас. А я еще не разобрала свой чемодан. Я бы это сделала быстрее, но у нас просто нет особо места для этого. И я просто знаю, что мне даже удобнее, чтобы это было все в чемодан. А, у меня есть полка целая. Это неплохо. Короче, надо этим заняться. Шкаф нам сюда нужен хороший. И стулья поменять. Смотрите, какие они уже оборванные. Но они сюда очень хорошо подходят, мне кажется. Надо их поменять. И еще вот наша самая любимая часть в доме. Шоколадки, Нутелла, Биреди и вот такие. Они похожи, вкусные очень, и те, и те. Да, там наши запасы. Очень, на самом деле, хочется лечь и ничего не делать. Мы сейчас попьем чай. О беге никакой речи быть не может. Слишком нас убил шопинг. 7500 шагов уже позади. Хочу лечь, но, может быть, пойдем гулять хотя бы на ушками. Чай! Разбавлю. Я тоже люблю разбавлять. Зачем я себе полностью налила? Ну все, ждем. Сколько минут? 8. Обман, я всегда полминуты держу, начинаю. Это же джинджер-ти, это же необычный ти. Вообще пофиг. Ну как, он белый до сих пор. Ну пускай. О, еще что купили, смотрите. Во-первых, очки ровно под цвет моего аутфита. Буду завтра плавать спортивно очень. Во-вторых, купили два мяча. В смысле? Я думала, они тут были. Нет, это мы купили. Зачем? Где вы их купили? Я это пропустила. Когда расплачивались на очках. Блин, просто они такие милые. В них можно играть. А вот еще. Это очень красивый на картинке, но не факт, что в жизни плавательный матрас. Но мне нравится, что можно на нем позагорать на воде. И вот такой вот мяч тоже красивый, с блестками. Кому можно там позагорать на этом матрасе? А кто-то и больше этого матраса будет. Кто? Кто? Например, я, Карен, твой папа. А, 1.70 в рост. Ага. Давай играть. Готово? Mm-mm. А что ты хочешь? Как ты хочешь ударить? Я хочу, чтобы я ими баскетболила. Не получается.
Вот так хочу. Мне сори, я думала, что я не так сильно. У меня плохо все. Звук был странный. Ничего, сорямба. Хотела спецэффекты во влог. Что ж, ребят, сейчас 21:29, и уже, если честно, очень сильно хочется спать. Все наложилось друг на друга, и начало цикла, и загар достаточно сильно сегодня получила, видите, вся красная. И в целом очень много ходили, устали, поэтому решено было вообще ничего не делать, прям сейчас лечь спать. Потому что еще и мы 3 дня рано вставали, не могу сказать, что я супер высыпалась, но достаточно, в принципе, высыпалась для того, чтобы нормально существовать. Спасибо большое, что были сегодня со мной. До скорых встреч. Good morning! Это мой morning routine every day. У нас сегодня утро началось без спорта. Вчера мы дали себе поспать. Я легла где-то в 10, уснула в 10:30. Не верю, что я это говорю, но реально. У меня просто организм за несколько дней, видимо, устал, захотел поспать. И будильники мы не ставили, поэтому я встала в 9. Спала много. Катя пораньше. Вот, но мне, видимо, нужно всегда больше сна, чем всем остальным людям, чтобы выспаться. И это ладно, я уже к этому начинаю привыкать. На пляже почти никого нет, не понимаю почему. То ли все боятся холодного ветра, то ли просто еще рано, но 9:30 сейчас, да? Да, вчера уже было много. Да, но сегодня еще и понедельник, а мы с родителями делали вывод всегда такой, что на выходных здесь больше людей, потому что местные других городов ближайших, они приезжают так чисто на уикенд, типа на четверг, пятницу, субботу, воскресенье. Мы как раз четверг и прилетели. Угу. Сейчас понедельник, возможно, понедельник, вторник, среда, мы пробудем здесь в горном одиночестве, кто его знает. Видите? Мало людей. Чёрфы пьем. Вот если бы мы вчера в это время плавать захотели бы, то уже бы люди были. А сейчас мы до сих пор можем быть и плавать, но это даже мешать не вообще никто. Не хочется плавать. Да, холодно. Я готова плавать. Ребят, сейчас лежим и обсуждаем такую вещь. У нас же прошел недавно первый поток нашего курса. Скоро будет второй, точнее, это уже не будет как поток, это будет просто школа, когда ты можешь в любой момент купить и пользоваться. Всегда просто будут продажи, и не будет такого, что 2 недели продаем, потом обучаем. Очень классно, что мы научили там в районе 500 девушек краситься, все остались довольны. Отзывы обязательно тоже как-нибудь опубликую. Просто хотела сказать, что в рамках, конечно, моего блога это очень плохой результат для тех, кто занимается этим профессионально и нанимает там себе огромную команду продюсеров. Кто в целом подписан хотя бы на одного блогера инфо-цыгана, можно так сказать, да, тот знает, что они делают это прям, не знаю, своим основным заработком, своим детищем и основным, так скажем, направлением того, что они делают. Я не такой человек, и в целом мы сейчас обсуждали, что я за индивидуальность, поэтому мы не стали приходить к команде. Возможно, наши продажи были бы больше, купило бы не 500 человек, а там 3-4 тысячи человек. Но не хочется впаривать товар, знаете, вот агрессивно, если он не нужен. Условно, нет у меня никаких там негативных эмоций к Гуаро Витсян, но я смотрела часть ее прогрева, он был достаточно агрессивный, на мой взгляд, в том плане, что там тоже такие фразы, что вы не хотите поменять свою жизнь, что ли? Что вы хотите, чтобы ваши дети там страдали, что у вас не будет для них материальных средств для того, чтобы что-то купить? То есть все вот эти вот продюсеры, ну, не то что заставляют, просто говорят, что это продаст. И кто-то соглашается, кто-то нет, но я к тому, что часто агрессивно продают. Та же Лерчик, которая тоже провирусилась своим курсом про деньги, то что типа, что вы не хотите зарабатывать? Почему вы еще не купили этот курс? Самый лучший курс, вы должны купить его. Короче, я такое не люблю, и поэтому я не хочу обращаться к инфопродюсерам, и мне поэтому кажется, что мой продукт, который получился, он такой душевный, потому что мы все полностью сделали сами, без помощи кого-то, и я так его за это люблю. Настолько вот получилось у нас по-свойски, не как под копирку у всех, а-ля там вебинар, на котором продают, всякие там анкеты делают потом, кто хочет на курс, потом их прозванивают. Не то чтобы это совсем плохо, но просто в этом как будто нет души, это стало очередным каким-то просто бизнесом, а мне так хотелось сделать все самой, там от сайта, ну сайт я не делала, но знаете, найти человека, который делает тебе сайт и сам полностью там прописать ему ТЗ, это тоже дорого стоит, между прочим, не в прямом смысле, я имею в виду в целом. В проекте есть моя душа, и я рада, что у меня не так, как у всех. Yeah.
Вот реально. И поэтому, если у меня что-то еще будет, я бы, честно, не хотела прибегать к помощи продюсеров, чтобы мой проект был не так, как у всех. Мне нравится эта индивидуальность, это чувство. Да, возможно, не такие хорошие из них результаты. Все равно они есть, и тот, кто хочет, он купит. Кому не надо, ну и смысл ему впаривать, правильно? Мы просто делаем продукт, и это круто. Вот что я хотела сказать. Немножко поболтали, это просто мы с Катей обсуждали, поэтому хотелось вам тоже сказать, мало ли вы тоже думаете, что у нас были продюсеры, условно, да, и у нас все было как у всех. Не, мне как раз и нравится, что мы такие единственные, ну не единственные, таких наверняка еще есть. Много, может быть, даже, но больше других. И сейчас, короче, мы идем плавать. Before I'm too invested, I should probably ask you, ask you all my questions, get to know you better. How can you be trusted? Сделали вывод, что очень тяжело плавать именно по-спортивному, ну, не просто вот так чилить, без очков, так что купили. Сколько, интересно, мы поплаваем. Можешь засечь? Да, давай. Сейчас таймер поставим, будем плавать. Сейчас будем готовить завтрак. Ням-ням. Приятного аппетита. Пришло время наконец-то все-таки разобрать мой чемодан. Час уже тусим на море, здесь прекрасное море, просто пляж, вот, 10 из 10. Вот так вот все это выглядит, нравится. Пляж очень классный, здесь везде песочек, нет утины, как у нас, вот где мы купаемся. Очень много людей, правда, но нормально. Вот так здесь лежим. Можно взять лежак, он платный, но просто не было свободных, поэтому мы лежим на полу. Но это и к лучшему, мне нравится на песке лежать. Обалдеем. Хорошо сидишь. В последнее время стала любить яркие цвета. Раньше, мне кажется, меня можно было увидеть только в бежевом и в черном. А сейчас, смотрите, я полна красок. Не будешь салат? Я буду в другой тарелке, в своей, красивой. На, кушай. Ну ты попробуй, не понравится, не понравится. Ладно. Короче, мы пришли. Думали сегодня в ресторан пойти, но если мы это сделаем, то, возможно, мы не дойдем до бега. Поэтому быстро решили сделать салатик с тунцом. Вкусно? Mm-hmm. И макароны отварить. Макароны без них в своей жизни я не вижу. Я дуршлаг. Короче, все же знают, что вот так лучше делать. Угар в том, что, знаете, Маху Горячеву в ТикТоке? Неважно, она сняла видео, типа, она увидела такой лайфхак и решила сделать это что? Что их бровей. Ничего, забудьте про мои брови. И вот этот самый популярный чувак, черный, который всему удивляется, снял на это видео, типа, блин, ничего здесь такого. Да, это работает так, как надо. Я поняла, что в Америке всегда так делают, видимо. А у нас нет, у нас по-другому. Очень удобно. Покажи. Ты знаешь, что надо воду холодную включать, чтобы не прорвала трубу? Могу. И сливать макароны. Ой, хорошо, что у меня много. Видите? Вкусненько будет сейчас. Масло сливочное добавим? Добавляй все, что хочешь. Так, масло сливочное нужно, чтобы они не слипались. Люблю так макароны. Я тоже. Именно от них у меня целлюлит. У тебя уже его нет? Я знаю. Но если я буду есть макароны, то появится опять. А я буду их есть, и все равно. Нравится. О, вино, которое мне не достанется. А очень хотелось бы. Вот смотрите, что еще родители приготовили. Это очень вкусно. Нас. Подгорело, да, немного? Нет, я люблю такие, чтобы хрустеть больше. Класс. Сыром. Ну, аккуратно, хачапури. Это сыром, да, хачапури такие. И зим. Вот мы кушаем. Три я оставлю. Каждой ложки. Большая шведская семья. Макароны. Я знаю, я покупаю. Мы наконец-таки немножко отдохнули после еды и теперь выдвигаемся на спорт. Сейчас уже поздно, 21:15, достаточно темно и не хочется ничего делать в такую темноту. Надо успевать, конечно, бегать, прыгать, все такое. Но ничего не поделать, мы сегодня договорились бегать, значит мы идем бегать. Так что вот эта дверь, и мы в нее выходим. Здоровую жизнь. Watch me under the light, so keep me in your sight. Мы дома.
очень вспотели, очень была жаркая пробежка. Классно, мне понравилось. Мы пробежали 4,5 километра, и это класс вообще. Кстати, то, что было темно, нисколечки в плохую сторону не сказалось на нашем беге, так что в следующий раз я не буду ныть о том, что ой, темно, и не пойду бегать. Нормально, людей много, поэтому не страшно. Немножко пол плохо видно, но с другой стороны, зато никто не видит, как ты поешь, когда бегаешь и танцуешь. Я пою и бегаю, и танцую одновременно, да. Короче, сейчас будем пить чай в таких вот потрясающих кружек. Ваше внимание. Сначала вода, да. С лимоном. Давай, я тебе напишу. Давай, я подожду. Короче, буду грустить я, если через месяц я не буду. Хотя бы чуть-чуть подтянете. Ну, надо взвешиваться каждые 3 дня, смотреть перспективу. Но здесь просто даже считать тяжело, весов уже нет. И в целом, я знаю, что я не очень много ем. Мы, считай, только завтракаем и ужинаем плотно. Вот реально, на калории, наверное, блин, 600. И, соответственно, там еще будут всякие перекусы на калории 600, опять же, минимум. Поэтому 1800 я съедаю, учитывая спорт, на калории 400. Условно ежедневный. Можно сказать, что я хорошо для поддержания живу, но вряд ли это для снижения хорошо. Надо... Я не представляю, как можно есть 1350 калорий. Я отвыкла от этого, для меня это мало, вот реально. Все, ладно, не буду загружать вас, ребята. Пьем водичку, потом чаек. Иду загружать материалы, так что спасибо, что были со мной. Самые лучшие, пока! Every time we touch, I feel...